Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!